Снимаем? Можно? Да. Вы проект смотрите? А мы для поселка присматриваем дома разных форматов и ресторан еще дополнительно. Ну, технология какая вас интересует? А вот это неизвестно еще, это вопрос открытый. Разные технологии. Ну, недорогие. То есть там элитные. Это все. Недорогие, то сколько? Хороший вопрос. Ну, 50 миллионов где-то на весь. Где-то 25 домов. Ну, за дом сколько? Вы под ключ хотите дома строить? Да, да, конечно. Тогда на дом сколько выходит? Там под аренду. Дом от миллиона до трех. Под ключ? Да. Нет, это не наш вариант. Ну, может быть. У нас меньше четырех не получится. Может быть. Так. Планировки интересуют и. Ну, отдельно проект мы не продаем. Ну понятно, чудес не бывает в том смысле, что в любом случае выбирают людей, с которыми вместе работать. А цены-то примерно у всех одинаковые. Но чудес не бывает в том смысле, что большой дом. То есть это два этажа, да, получается? А, где? Ну, это второй, ну, мансарда, второй, полуторный, или как там, да? Так. Ладно, там сайт снаружи, да? Да, там снаружи. Вот здесь кухня напрашивается, да? Ну, да, сюда можно кухню поставить. Давайте амбрашюру, да? Так, а эти цены указаны, это если не ключевой. Стоимость по проектам там указана. Каких единицах измерения? Рублях. Рублях. Он за каждый это работает. А, потом суммировать, да? В принципе, таких предложений на рынке много. Мы ищем что-то совсем обычное. Сейчас вот, например, лоскутки Асадова. Тоже интересно. Проекты там могут быть любые, можно заводу домокомплекты купить. Можно на место поставить. Так, еще раз, это каркасный, да, получается? Каркасно-панельная технология. Каркасно-панельная? Изготовления. Привозится, собираются стены. Потерялся там в течение 5-7 дней. Хорошо, ладно. Я это оставлю. Вам не нужно? Не, а куда ее? Ладно, спасибо.
Здорово. Здорово. Просто и хорошо. А какая цена? Ну вот, вот конкретно вот такой дом с такой отделкой вот 5,5. А технология там вот стены из чего? Технология каркасная. Там вот здесь бревно, брус, ну, балка. Ага. Кавату решили. И на крыше тоже, да? Вот. Да. Здорово, здорово. Один из таких точно. Надо сделать. Я к тому, что стеклянная южная часть, вот, но не, вот, как бы вот эти большие панорамные окна, это очень хорошо, но так как большие теплопотери, то скорее всего это южная какая-то веранда часть, туда можно выходить, но напрашивается еще одна стена, кстати, она даже тут, по-моему, как будто, нет, это просто, вот, то есть какая-то стена, которая бы отделяла. Так, ладно, сейчас пойду. Все, спасибо.